готовы к тому, что выброс аммиака может выйти за пределы предприятия. Сейчас мы планируем провести учебную вводную, связанную с выбросом 500 килограмм аммиака. Вы увидите реагирование спасателей, как они заезжают, как они разворачиваются, какие действия они предпринимают в случае химической аварии на производстве. После этого мы планируем, что у нас будет дополнительная вводная. Персоналу, що не зайнятий в ліквідації аварії, переслідувачем покинути територію будівлі. Марина, пойди їх прижини сюди.